Приветствую, друзья, на связи Артур, и в сегодняшнем видео хочу поговорить о таком проекте, как Wise Deposit. Это один из самых надежных проектов в моем инвестиционном портфеле, да и в целом на просторах интернета, хайп-индустрии. Wise Deposit — это такой один из мастодонтов. Проект, который долго работает, вот 1884 дня. Я в нем участвую вот с 24.09.2020, то есть через 2 месяца буквально будет уже 2 года, как я здесь участвую. А заходил я, когда проекту было, сколько, 2? Я уже не помню, сколько ему было, но, короче, я здесь зарабатываю. Заходил явно не со старта, там спустя год-два точно. Проинвестированного у меня, смотрим, 327, выплачено 4800. Получаю чистую прибыль, проект платит, надежный, то есть в этом плане все четко. Мне он нравится, действительно, я о нем рассказываю хотя бы раз в месяц. Я записываю такое подобное видео, когда у меня там адаптация, когда нужно делать своевременный вклад. Я просто делаю очередной раз упоминание о данной возможности, потому что многие ищут новое направление, там супер какой-то админ должен выйти, и вот я туда закинусь. Но, к сожалению, так бывает, что все вот эти админы, которые нарабатывают репутацию, они в один момент ее сливают. Не исключено, что Wise Deposit также когда-то сольется, но тем не менее, вот он сейчас работает, я вам показал сколько, 1884 дня. Это нереально большой срок, и мне кажется, таким проектам можно доверять, в меру возможности, потому что все это риски, все это инвестиции, это нужно понимать. Но этот проект, да, он не быстро приносит прибыль, это там не за день плюс 20%, это действительно долгосрок, и люди здесь рассчитывают, ну, как минимум там на несколько месяцев, на полгода, на год и так далее здесь крутиться, зарабатывать. Я не планирую прекращать свои здесь инвестиции, я отнарастил с там нескольких сотен вкладов, по-моему, $850 мой был начальный вклад, дальше я реинвестировал с $850, разогнал депозит до 6800 и ожидаю выплаты $11418. Кто вообще не в курсе, Wise Deposit — это проект, который открылся по франшизе такого проекта, как Суперкопилка. Она сейчас работает 9 лет, Wise Deposit сколько там, 4-5, я уже сбился со счета, но это действительно факт, что работает такое количество времени, все платится, нет никаких перебоев по выплатам или тому подобных историй. Я каждый месяц, вот NixMoney, прошлый месяц выплата $323, Wise Deposit, все четко платится, в этом плане никаких нареканий нет. И у себя в телеграм-канале я размещаю вот эти все выплаты, все новости, так что переходите, подписывайтесь, если вы не подписаны. По моим действиям ежемесячным, что я захожу, смотрю на своевременный вклад и на карму, это показатели, на которые мы ориентируемся. Карма должна быть свыше 100%, и тогда означает, что мы получаем свои обещанные выплаты, которые здесь проинвестировали, да, и получаем. Значит, проект таким образом устроен, что здесь нужно делать реинвест своих вкладов, чтобы дальше двигаться, дальше зарабатывать. И определенную часть мы только можем выводить. Там условно около 10% от полученных сумм выплат мы можем выводить в месяц. И за счет такого маркетинга, что все должны реинвестировать и только часть забирать, проект работает очень много времени. Это реально крутая модель, так сказать, перераспределение денег, потому что это пирамидос, это хайп, это не какой-то там супер-пупер проект, который занимается какими-то разработками и так далее. Нет, это просто перераспределение денег, которое грамотно устроено. Говорю как есть, и вы это должны понимать и осознавать. Значит, по нововведениям, что здесь было добавлено? Когда мы заходим в личный кабинет, то принять участие — вечно вверху какой-то баннер. Каждый месяц это разные баннеры, они проводят разные акции, разные такие моменты поощрительные, завлечь аудиторию, увеличить вклад и так далее. То есть это правильный подход, различные промокоды. Мы нажимаем на этот баннер, и идет переадресация на вот такую вот страничку, где расписано, что мы можем получить. Это кэшбэк до 15%. Промокоды до 20% от суммы вашего вклада увеличения и конкурс партнеров. И здесь расписывается, что даты там с 04 по 24.07, три этапа этих конкурсов с кэшбэками 15%, 10%, 5%. То есть условия такие, что каждый может принять здесь участие, имеет определенный шанс на выигрыш, и
возможность получить дополнительные средства. Там 10 TED, там 20 вот этих долларов. И таким образом вы увеличиваете свой депозит, свои выплаты. По активным партнерам там приглашаете, они делают вклад от 20 долларов, вы получаете помимо реферального вознаграждения, плюс участие еще в этом розыгрыше. Вот новые участники за каждые 150 TED новыми деньгами, то есть просто новое пополнение, один билет на розыгрыш от рекламных промокодов плюс 20%. Партнер, который также пополнил баланс, вы также получаете один билет на розыгрыш. Вот эти все условия я не хочу перечитывать, затягивать сильно видео. Просто вы кликаете по промокоду, переходите, и здесь пишется условия, что вам нужно сделать. И вот плюс 20% промокод, это реально очень жирное предложение, которым нужно воспользоваться. К сожалению, здесь я не могу участвовать, потому что есть условия, что те ребята, у которых имеются там свои YouTube каналы, у кого есть своя аудитория, там популярные ресурсы, тот не может здесь принять участие. Но для вас, как бы большинства своем обычных участников, здесь хорошая возможность получить определенный бонус к вашему вкладу. Моя задача каждый месяц зайти, вот карму сделать свыше 100%. Показываю, что я делаю. Перехожу в график выплат, смотрю вот в скобочках, сколько мне осталось проинвестировать. Вот 1044 я уже вложил в этом месяце. Ну как вложил? Сделал реинвест. То есть мне приходят выплаты, я их реинвестирую и часть вывожу. Вот что на балансе, это то, что мне накапало. Мне нужно осталось, там я буквально пару долларов оставил, чтобы вложить 2.30. Переходим в график выплат. Я смотрю в конце 38 неделя, значит мне нужно туда добавить свой вклад. Перехожу и вносим сумму, там условно 2.30, вот 100.01. Это означает, что я в следующем месяце буду получать свои выплаты. Вверху прописали любое название, нажимаете кнопочку «Добавить». После чего я перехожу на главную страницу, здесь обновляю страничку и видим, все, карма у меня выше 100%. Все четко, я, так сказать, свою миссию выполнил в этом месяце. Вот баланс, нажимаем «Запросить вывод» 241 доллар. Что мы видим? Появился второй вариант вывода средств. Это Theta Coin на бирже Waves. Вот, собственно, это биржа, раздел «Торговля». Здесь мы прописываем Theta Coin и показывается возможность его покупки и продажи. Да, объемы сейчас небольшие. Там 3-4 тысячи долларов висят заявочки. Но, тем не менее, возможность там с криптовалюты напрямую завести ваши, там, я не знаю, биткоины, USDT, либо же там эфириум и обменять здесь. И потом таким образом завести на проект, такая возможность есть. Как и пополнить, так и вывести. Давайте я для начала сделаю вывод стандартно на NexMoney, мне так удобно. Нажимаем «Отправить заявочку», и со мной могут связаться на подтверждение этого вывода. Аналогично пополнение. Нажимаем, и также имеется Theta Coin Waves биржа. Именно на бирже Waves. Переходим на нее. И здесь вам нужно будет снять вот эту галочку. Потому что когда она включена, там показываются только проверенные криптовалюты типа биткоин, эфириум и так далее. Как только мы ее снимаем, у нас появляется возможность как бы пробивать другие токены, другие как бы валюты. И вот в том числе Theta Coin. Здесь мы вводим, допустим, количество, сколько там мы хотим пополнить баланс условно на 1000 долларов. Нажимаем «Купить Theta Coin». Либо же там «Вывести», да, при выводе. Вот вывод справа нажимаем, там копируем адрес Theta Coin. Также переходим сюда, если хотим вывести, нажимаем «Запросить вывод» и вводим номер кошелька. Такая возможность добавилась, можно пользоваться, кому это удобно, как бы, пожалуйста, используем. Касательно новичков, тех ребят, кто там только присматривается, изучает и так далее, вопрос там, не поздно ли заходить в проект, я считаю, что нет, не поздно. Почему? Потому что сейчас максимально выгодные условия сделали для новичков. Во-первых, у вас есть возможность зарабатывать деньги без вложений, об этом я писал в своем телеграм-канале, можете перейти, ознакомиться с самыми актуальными новостями, проектами, где что я зарабатываю, вот в телеграме ссылочка в описании. Так вот, здесь я рассказывал о том, что есть возможность получать по 4 доллара без вложений в проекте Wise Deposit. Аналогично, вот и Суперкопилка проводит, да и Wise Deposit, мы за регистрацию получаем 10 долларов. Дальше переходим в раздел «График выплат». На первую неделю, здесь кнопочка «Открыть депозит» вот такая зеленая. Нажимаем, прописываем взнос 10 долларов, у вас будет писаться 11 долларов сумма выплаты. И вы проинвестировали. Спустя неделю вы получаете на баланс 11 долларов.
Делайте реинвест 10, доллар можете вывести. Таким образом, 4 недели в месяц, 4 доллара без вложений вы можете заработать в ICE депозит. Снова зашли на первую неделю, снова таки нажали кнопочку «Открыть депозит». Это новая возможность, потому что раньше была возможность только делать повторные вклады с 17 недели. А с 1 по 16 называлась рекламный период для новичков, что там можно единоразово было сделать вклад. Сейчас сделали, что можно для новичков многоразово делать повторные вклады. То есть, условно, на первую неделю там установлены лимиты $10, на вторую 20, 30, и так на $10 каждую неделю идет повышение. На пятой неделе $50, то есть вы можете условно там $100 закинуть на 4-5 недель и их постоянно реинвестировать и получать там свои долларов 10 там, со $100 в месяц чисто пассив выводить и зарабатывать. Либо же наращивать, реинвестировать и увеличить свои выплаты. Каждый выбирает стратегии свои. Проект на года, это действительно долгосрочник, и этим нужно пользоваться. Вот у вас депозит и суперкопилка, одни из проектов, которые выручают в различные времена. Когда куча скамов, либо же там, когда нет возможности работать, здесь просто пассивчик капает. Там $200, там $500, 1000, разные бывают периоды, что у вас депозит, что в суперкопилке, то больше выплаты, то меньше, зависит от КСВ, от того, сколько участников присоединилось, сколько новых вкладов и так далее. Мы зарабатываем либо чуть больше, либо чуть меньше, но постоянно мы здесь зарабатываем. Нет такого, что проект закрылся, все, инвестируйте по новой. Такого здесь нет. Да, безусловно, они могут когда-либо закрыться, и там в любой момент может это произойти. Никто от этого не застрахован, но тем не менее, мы видим куча проектов, которые сейчас выходят, работают день, два, неделю, месяц, там пару месяцев, это прям потолок, и они скамятся. Здесь постоянно вот четкая работа. Без перебоев, все налажено, 1884 дня, это факт. Кто хочет более подробно ознакомиться, вообще с чего я начинал, какие там моменты были, какой суммы заходил, можно перейти на канал, раздел там плейлисты и найти плейлист по ICE депозиту, посмотреть все видеоролики, как я начинал, там какие у меня мысли были, когда я заходил. Также были опасения, там, что блин, проект работает там, 1.5-2 года, а не поздно ли. Я решился, проинвестировал, вот сейчас уже получаю давно уже чистую прибыль и развил свой депозит там, до $6800. Выплаты ожидаются 11 тысяч. И так вот постоянно каждый месяц за месяцем пролетает быстро. И вот очередную выплату, которую получу, я размещу у себя в телеграм-канале, чтобы не ждать там, полдня, день. Видео смонтирую и выложу, а выплату в телеграме. Поэтому подпишитесь, следите. Я вам уже показывал, что проект действительно платит. Постоянно, каждый месяц я здесь вывожу. Там от нескольких сотен долларов до 1000-1500 долларов с одного проекта. Если возникают какие-либо вопросы, пишем в телеграме. Все ссылочки имеются в описании. Спрашиваем, что непонятно, я подскажу по возможности. ICE депозит топовый проект. Продолжаю здесь зарабатывать. Поэтому до скорых встреч. Увидимся в новых видео. Пока.